Громкий старт праздничному дню в 9 часов дал автопробег с праздником «Любимый город». Автоколонна проехала по главным улицам города. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу на Старом кладбище и у других памятников военной истории Анапы. И с самого утра в Анапе началась череда праздников. На улице Горького жителей и гостей курортной Анапы встречали за накрытыми столами организаторы кулинарного фестиваля. В каждом блюде аромат традиций. Мы, как всегда, удивляем нашей кухней. У нас великолепное сало, у нас замечательные яблоки, у нас соленые огурчики. Ну вот этим вот мы радуем, удивляем. А еще у нас вышивка, куклы. Ну то, что для сердца нашего русского народа. Здесь же, на главной прогулочной улице, расположились жители города мастеров, удивляли рукотворными шедеврами и предлагали пройти мастер-класс, не отходя от столов с сувенирами. Даю мастер-классы по валянию, декупаж, скраббукинг. И сегодня вот представляю вот такие вот игрушечки. Потрогать, купить, прийти на мастер-классы. Все это доступно, все очень интересно. Изделиями из бересты, детские игрушки, бубенцы, расчески. В 2001 году был в Анапе. И через 13 лет ее в этом году увидел. Разрослась великолепно. Вообще очень красивый, замечательный город стал. Аромат шашлыков, музыкальное сопровождение, на каждом шагу своя история и праздник, объединенные общим. Анапа отмечает День города. Как всегда, с настроением, даже несмотря на пасмурное поведение погоды. Давно сегодня мы гуляли до обеда, видели казацкие песни, танцы, которые мы очень любим, обожаем. Вот, и как дети выступали, это же очень тоже важно. Шашлыков покушали, ваших отведали, мы сами с Москвы. Вот, так что с погодой немножко, но мы надеемся, что это все наладится. Так что все хорошо. Мне понравилось в Анапе то, что здесь очень хорошо, тепло, весело и всегда радостно. И в это же время в городском театре для ценителей духовных идей автор уникальной фотовыставки Сергей Полевец представил свое видение паломничества из Византии на Святую гору Афон. Удивительная природа, портретные снимки старца Венедикта, монастыри вписаны в уникальные фотопейзажи. Понравилось, где мальчики, турецкие рыбаки, про распятого Христа и про греческие всякие пейзажи. Приятно, красиво, интересно. Понравилось, где гора большая и облако такое выходит, и это все ночью. Оно все меня впечатлило немного. Как это они сфоткали? Мне казалось, это очень трудно сделать. Оригинальная архитектура монастыря Афона. Русский монастырь святого Пантелеймона с подробным описанием. Вместо 3000 сейчас в нем проживают 40 монахов. Я пока еще не прошла все, но меня все впечатлило. Как ты расслабляешься и уходишь от мирского. Но и на этом сюрпризы праздничного дня не завершились. Гостей курортной Анапы и жителей ожидал главный праздник на Театральной площади.